Ту-ту-ту. Всем привет! С вами Волрум, и это игра под названием Down Well. В переводе «Вниз хорошо», либо «Спускайся хорошо». Индюшка довольно старая, не помню, как она там вышла, но решил ее посмотреть. Играем за такого персонажа, мелкого, непонятного чувачка, который умеет прыгать, умеет стрелять под себя. Задача игры — упасть как можно ниже и, собственно, попытаемся куда-нибудь дойти, просто ее посмотреть. Игра в рамках летсплея. Погнали, поиграем. Вниз хорошо, замечательно. Окей, ранее я в нее уже немного играл, то есть тут можно открыть персонажей новых, если ее долго и далеко падать, проходить. И персонажи меняют, там добавляют новые способности, увеличивают скиллы, и все такое. Ой, как громко-то, погоди. Настройка, музыка. Громкость. Вот так вот я сделаю громкость, давай на троечку. Саундтрек классный. Игрушка сама по себе прикольная. Типа Айзека, то есть рогалик. Рандомно генерируются события, мобы и персонажи. Есть магазины, можно апгрейдить себе пушки свои. И довольно сложно играется на самом деле. То есть управляется стрелками А и Д, влево-право. Мы просто падаем и прыгаем. Все. Красные мобы не убиваются вообще. Нужно собирать красные вот эти штуки. Это как наши деньги. Отображается справа сверху. Мобов разное количество хп, красных нельзя раздавить. И можно вот так вот резко упасть и пропустить всех вообще мобов. Тем самым заработать мало денег, чтобы... Ну, нежелательно это, короче. Слева портал, вход в комнаты секретные. Типа золотых комнат в Айзеке или типа того. Трипл. У нас изменились количество патронов справа, которые отображаются, вот эта панелька. Короче, еще по деталям. Это 4 жизни у нас из 4. 12 этих собрано монеток, типа того. Это я... Типа 12 нужно, чтобы открыть выход, или что-то такое, я не понял. 8 патронов, 4 заряда. Типа одновременно нужно выпустить. У нас дробовик появился, трипл. А под ХП снизу полоска, это, по-моему, сколько этажей мы проходим. Окей. Красные шары, типа вот такого ящика можно сломать, там больше золотых монеток есть, красных точнее. Так, лягушки прыгают. Саундтрек классно, но обычный рогалик, короче. Индюшный. Убил своего сородича. Ну ладно. Так, это был моб. Опять улетел куда-то вниз. Так. О, это... Куча кристалликов. Отлично. Гем хайд. Написано сверху, значит мы собрали достаточно количество наших этих гемов. Можно спускаться ниже. Ну или типа того, я не знаю на самом деле. Я уже в него почти не играл, просто персонажа открыл и все, и забросил. Решил вам просто показать, но типа сдолбал только в соцпарк играть, хочется что-нибудь еще вам показать. Поэтому показываю, собственно, летсплейчик большой. Пройдено один из одного. Выбери улучшение. Открыть достижение Careful Descent. Типа ни разу не получил урон, что ли, или что? Спасательный ранец. Ранец на случай, если закончится заряд. Потолок кристаллов длится дольше. Это гемхайд, который? Я не знаю, только что это дает. Может быть, урона больше или типа того. Лазерный прицел. Повышает дальность и точность прицела. Давай попробуем. Ага, больше она дает лазер. Снизу появилась полоска. А слева сверху белая получается... Количество, может быть, больших уровней. Типа сейчас пещеры. Три пещеры проходим. Там появляется у нас новый, типа... И пещера уже новая локация, так сказать. Ну, саундтрек классный, конечно, да, мне нравится. Люблю индюхи. И 8-битный саундтрек. Так. Еще есть магазины, на самом деле. Где эти кристаллы тратить, собственно. Гемхайт опять у нас появился, уже с самого начала. Летучие мыши бесячие, на самом деле, парень. Но пока я даже, смотри, справляюсь прям вообще идеально. Прям мне даже нравится это, я молодец. Кстати, замедляется время все. Как только я прохожу через этот портал, время останавливается вокруг нас. Так, это что? А, N... N не знаю, что такое. Ноппи. Ох-ох-ох. Окей. Можно еще в бок стрелять, если... Пока падаешь, короче. Ну, вы видите уже сами.
Пока хорошо идем, прям вообще. Ай-яй-яй-яй-яй. Аккуратно. Черт! Красного коснулся. Не смог его раздавить, соответственно. А глаз классный. Красный. Не классный, вообще нифига. Ать. Повезло-то как, а? Окей, следующий уровень, допустим, ладно. ХП не восстанавливается у нас. ХП можно восстановить только такой штукой. Если порадуется. Вот дает 4 ХП. Типа восстановить можно сразу ХП. Еще больше улучшений плюс 1 HP в подарок. Больше улучшений получается комнат с улучшениями, как я понял, может быть неправильно понял, не знаю. Поглощает мертвых, забирая остатки их здоровья. Тоже полезная штука, но я думаю возьмем... 1 ХП исцеляет, наверное, не добавляет. Не знаю. Вот эту штуку давайте возьмем. Можно будет трупы врагов сожрать и... в соответствии с тем... Ах, гребаная мышь, ненавижу. Вот, я их сжираю, и когда я сожру штук 5-10, у меня установится 1 ХП. Окей. Бесячий глаз. Его нельзя касаться, иначе я получу урон. Так, вот, труп упал. Захавал. Так, не могу подлететь выше. Так, хавай так прикольно. Так, глаз вылетай, давай. Отлично, минус глаз. Так, окей. Так, это что? В смысле меня ранило? Я не понял. А как меня ранило-то сейчас? Так, мне бы ХП. Б. Бюрст плюс 1. Ой, это мне не нравится заряд. Он херово призаряжается, но ладно. То есть мы восстановили ХП и получили новое оружие. Так, аккуратненько. Ах ты ж, сука, сожрал и ХП восстановил, кстати, еще ХП. Отлично. Машинган. Нормуль. Машинган нормуль. Глаз... Глаз красный не нормуль вообще. Нееет, опять меня ранили. Я не понимаю. Где я, что? Нет, мышь поганая, летучая. Игра кончена. Палитра разблокирована. Окей, стиль. То есть вот персонажа, вот револьвер. Он, по идее, появился, когда я дошел до следующей локации. Или вроде того, я точно не помню. Кстати, видео оборвалось, заново сейчас пишется, у меня отдельное. Придется монтажить потом, ну ладно. Находят только пулеметные модули, магазины редко попадаются. Мне нравится обычный больше стиль. И также можно редактировать палитру. То есть цветовую гамму игры. V-Boy. Вот это сейчас открылось у меня. Давайте в такой палитре поиграем. Хотя нет, слишком давит на глаза. Давайте вот зелененькой. Погнали еще. Теперь то есть все зеленое. Все, что было красным, стало зеленым. Все, что было белым, осталось белым, черным. Так, на самом деле, играть сложнее, потому что мобы, которые были красные, они теперь полностью зеленые и кажутся как бы безопасными или типа того. Лазер. Вот это, кстати, полезная штука. Долбит прям насквозь, я смотрю, да? Ну, все улучшения, соответственно, упали. Теперь мне сжирание трупа не восстанавливает здоровье. Неплохо, кстати, херачь на самом деле. Так, кристаллики. Пора и стримера на Твиче. Кто знает, тот понял. Я, к сожалению, этого не знаю. Потому что я не стримлю на Твиче. Пока что. Пока что, ребята, вы слышали, да? Кто услышал, тот услышал. Потом, в дальнейшем, может быть, будем на Твиче стримить, как обычно. Поток кристаллов длится дольше. Неуязвимость после повреждения длится дольше. Раница. Давай вот этот, я не понимаю, что это дает. Оп. Гем-сик.
Геймсик? Почему геймсик? Ты-ры-ты! О, магазин. Так. Здорово. Плюс один заряд дает нам справа к пушке. Исцеляет на 1 хп. И карри максимум хп плюс один. Мне не хватает на карри. Плюс один заряд я купил. Теперь у нас больше патронов, собственно. Спасибо. Ненавижу летучих мышей, такие бесящие твари. Ой, потратил хп на самом деле. Дерьмо. Отлично. Блин, лазер на самом деле мощь. Мощь, прям мощь. Но теперь мы берем бёрст. Ну, тоже нормально было. Да как я вот сейчас потратил хп? Опять об мышь летучий долб? Да опять мышь, смотри. Они меня просто унижают, короче, летучие мыши меня. Это потому что мне понравился Бэтмен, да, против Супермена фильм. Ну ладно, сойдет. Типа, фастран и все такое. Один из двух пройдено. На сбор кристалла призажает пулеметные бутсы. Бутсы. Сбор кристалла генерирует выстрел. Гильза тоже наносит урон. Давай. Прикольно. У меня были гильзы, серьезно? Не знаю. Да, вон реально гильзы летают. Ай, черт, патроны кончились, серьезно? Ай-я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 й. Это было близко к смерти. Я выжил! Гильзами было, смотри. ХП, панч. Вот это классный дробовичок. Но он слабенький. Минус четвертьок. Ах ты ж! Ах ты ж! Как так-то? Хо-хо, как долбит-то, ну. Спокойно, спокойно. А-а-а! Долбанная лягуха! Окей, пока живем. Глаз. Минус глаз. Минус херня какая-то черная. Магазин. Здорово! Рисовый шарик. Суши. Суши. Карри. На карри все еще не хватает. Давай суши съем. Оставляет 2 хп. Отлично. Цель данного летсплея — дойти хотя бы до следующего уровня. Ну, локация имею в виду вообще полноценная. Да шоп тебя, гребаная черепаха. От него пули эти отскакивают. Ах, куда я улетел? Одно хп осталось. Господи. Один из трех пройдено. Ну, один-три пройден. Атака на врага приводит к взрыву. Милый шарик. Повышает дальность точной пит. Давай вот это попробуем. Но я с одним хп не пройду, мне кажется. А, я прошел, мы дошли до катакомб, окей. А, там шипы. Ой, что мне сказать-то, даже я не знаю. В общем, какая-то такая-то игрушечка. Прикольная, классно. И опять у меня игра заново начала писаться. Сидел на лавочке, прикольно. В общем, кому понравилось, покупайте в Стиме. Она довольно дешевая. Направо никуда не пройти. Дешевая, веселая, простая, интересная, реиграбельная. Можно забить себе, занять время, как хотите. Насколько долго вас хватит, настолько играйте, собственно. Почему нет? В общем, всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты, жмите на колокольчик под видео и подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы мне пропускать новые видосы, новые стримы и все такое прочее. В общем, всем удачи и всем пока.